Здравствуйте. Вот у меня есть, так сказать, куча вопросов, которые касаются, скажем так, будущего науки и техники. Вот такой очень интересный вопрос. Вот бы рассказали бы вы об устройстве реакторов. Вот слышал я, говорит, про такие реакторы, для остановки которых достаточно воду слить. Хотелось бы услышать подробнее про такое чудо. Ну, сейчас я вам расскажу про такие реакторы. Вообще говоря, скажем так, реакторы, по большому счету, вот у нас в стране, делятся на канальные и корпусные. Канальные – это вот чернобыльского типа. У меня про это было целое видео, про реакторы называлось. Мне там рассказывал, чем они отличаются. Грубо говоря, в корпусного типа реакторов есть, значит, тепловыделяющие элементы. Между ними есть регулирующие стержни, все это погружено в теплоноситель. Ну, например, в воду. И все это вот в корпусе. Вот. Ну, плохо то, что давление большое. Как вариант, это реактор, в котором в качестве теплоносителя, соответственно, замедлителя используется тяжелая вода, диетерий 2О. Из тех соображений, чтобы избежать потери нейтронов при замедлении в воде, потому что в воде их могут захватывать протоны, будут образовывать тот самый дейтерий. А уж дейтерий это уж никак не захватит, ничего дальше не образует. Вот такая вот концепция. Вот. И вот помнится, Канада поставляла в Румынию, значит, энергетические реакторы ядерные, как раз вот на тяжелой воде. Вот, тяжеловодные реакторы есть. Ну, а есть вот обычный легководный реактор. А канального типа, значит, много-много графита. В этом графите есть каналы, в которых находится тепловыделяющий элемент, охлаждаемый водой. Вот. Это, в принципе говоря, конструкция самая первая, которая использовалась в те времена, еще когда вот надо было нарабатывать на этих реакторах плутоний, да, чтобы делать атомные бомбы. Да? Так вот, после Чернобыльской катастрофы стала модная тема – разработка безопасного реактора, ну или относительно безопасного реактора. Значит, ну много всяких было красивых проектов, это все были такие грандиозные сооружения, в которых что-то там такое находится, вот какие-то там шарики, в которых там находится тепловыделяющий вот этот самый элемент, уран, эти шарики во что-то погружены, какой-то как конический сосуд, помню, такие были идеи. И вот какой-то момент, если что-то авария происходит, пробку вынули снизу, и вода вся вытекла, да, а внизу, значит, соответствующий приемник для всего этого, куда должно это стечь. Ну, приемник, это, понятное дело, большая бетонная емкость, это бы можно сделать, но вот это, ну, короче говоря, это очень такое вот не экономически нецелесообразная, нереализуемая вещь. И там, где очень все требуют зеленые, все эти так вот они типа кулаками трясут, избавиться от риска ядерных аварий, то там просто прекращают строить ядерные электростанции или закрывают уже строящиеся. Да? Вот. Вот такой вот вариант есть. Тут только больше никакого варианта тут нет. Вот, ну, к сожалению, ничего не получилось. Есть вариант, это реакторы на жидком теплоносителе, на жидком металлическом теплоносителе. Это вот в основном такой вот теплоноситель, как, например, натрий, да, или свинец, ну, какой-то из сплавов свинца, да, свинец с висмутом, например. Вот, это чем хороши такого рода реакторы, тем, что у них под этой крышкой в реакторном, значит, боксе, Pile box, как по-английски это называется, в нем там нет большого давления. Вот если у вас на воде, на тяжелой воде, на легкой воде, там все давление большое. Понимаете, вот котел, который может взорваться. И, кстати говоря, в связи с этим тоже вопрос такой один есть. Есть ведь, как ни крути, Чечеров, который был одним из, ну, ликвидаторов, да, я так, наверное, его статус юридический, ликвидаторов ядерной катастрофы в Чернобыле, а так он занимался там как раз вот исследованиями. Говорят, дозы получал большие, и в конце концов умер от последствий заболеваний, связанных с этим его чрезмерным облучением. Вот, так вот, он утверждал, что
Вот тот сценарий, который вот общеизвестен, да, который я вам доносил, сценарий аварии в Чернобыльской электростанции, он неправильно изложен. Что на самом деле там произошел ядерный взрыв, в результате которого вот это вот все, что там было, значит, никакого пожара, скажем так, не было, никакой, значит, графит там не горел. Ну, хотя вроде как пожарные как раз собирали горящий графит. Ну, вот они, вот люди, вот они свидетели, да? Но вот не горел графит. А там, значит, был ядерный взрыв. Ядерный взрыв, который все содержимое реактора превратил, так сказать, ну, в пар, в мелкие аэрозоли и выбросил в атмосферу, разбросал над планетой. Да? Вот такая вот идея была. Ну, вообще говоря... Ну, хотелось бы, так сказать, косвенной проверки. Да, давайте вот на местах посмотрим, сколько там в грунте находится плутония, скажем, да? Плутония или там, значит, других элементов, которые могли быть в реакторном топливе, да, трансурановых элементов. Ну, что там образуется. Но это было, на самом деле, очень сложно сделать, потому что в тот момент, когда эта авария случилась, считал, что вот есть несколько районов наиболее пострадавших, и со всей страны, но с того, что сейчас называется МЧС, аппаратуру специальную собрали. А ведь специальная аппаратура – это не только дозиметр, который, ну, знаете, как вот эти вот нам по военной подготовке показывают, да, обычно там, значит, дозиметр, который уровень заражения измеряет. А это сложные приборы, которые должны измерить набор этих вот изотопов, да, причем очень сложно, да. Потому что, ну, в грунт попало, там же небольшая активность на самом деле. Давайте вот из грунта их извлекать, потом смотреть спектры излучения, а некоторые изотопы имеют спектр излучения, скажем, альфа-частицы, да, вот надо это ловить, альфа-частицы. Ну, хорошо, если гамма. Гамма-спектр проще всего померить, да? Ну вот, не знаю, я вот просто никак не отношусь, такая необыкновенная идея, потому что, ну, все мы уверены, что ядерный реактор взорваться не может в принципе. В принципе, не может пойти вот такая вот цепная ядерная реакция, как в атомной бомбе. Ну вот, надо же, взорвался. Ну, взорвался вроде как паровой котел взорвался. Вот. Вот такие вот дела. Так, что меня еще обычно спрашивают? О, спрашивают такой необыкновенный вопрос. Слово такое. Биохакинг. Когда я это набрал в интернете биохакинг, мне выскочили всякие конторы, который занимается биохакингом. Там, значит, на титульной странице этой конторы изображен такой накачанный мужчина. И эта контора занимается тем, что для каждого персонально составляет программу физических занятий, питания, там, все что угодно. Да? То есть, вот как сделать из вас красивого мужчину. Вот этот термин используется, биохакинг. Значит, все забило все остальное. На самом деле, те, кто меня спрашивали, они интересуются вот чем. В силу того, что сейчас вот эта вот работа с ДНК, работа по модификации ДНК, она уже стала такой достаточно аппаратурно обеспеченной, что не будет ли это вот некой такой вот самодеятельной деятельности, да? Потому что многие вещи, связанные с биологическими экспериментами, они запрещены, ну, не одобряются. Ну, или, так сказать, не то, что запрещено, а требуют дополнительного одобрения, да, сверху. Вот, ну вот, отредактировать геном человека. Вот это какая-то такая парадоксальный вопрос, вроде как еще пока невозможно, а вдруг кто-то захочет это сделать, да, отдельно, персонально, получить к этому доступ. А вот хакеры ему это будут предлагать. Ну, типа, как есть официальная абортария, а это вот, значит, где-то там в гараже аборты делают, да, заржавленной спицей. Не знаю. А это вот так вот они будут редактировать геном, да, производить супердетей от кого-то. Ну, вот это вот такой вот гаражные биотехнологии, так прямо их и называют. В принципе говоря, в свое время казалось, что настоящее кино, например, могут снять только вот в настоящей киностудии. А потом где-то это в 60-х годах оказалось, что аппаратура такая есть, которую можно, ну, на улице снимать. Можно снимать в обычном интерьере с минимумом, так сказать, прибамбасов, с минимумом света. Да? Вот я вот сейчас веду маленькую телетрансляцию фактически, ну, я записываю в записи, да, в кривом эфире, как говорят.
Вот. Но, в общем-то говоря, был бы я поискуснее, я бы побольше света поставил, получше камеру, чуть-чуть получше монтаж, и все было бы еще лучше. Да? Ну, так, в принципе, вот смотрят люди, да, вот это вот вроде как смотрится. Ну, так, видите, в конце концов, любая наука становится такой, любые технологии становятся доступными, да. Ну, да. И вот тоже рядышком с этим мне один товарищ все бомбит, бомбит такими заявлениями, что якобы ученые уже создали искусственную клетку. И речь идет о микоплазме, да, вот есть такой микоплазматические заболевания, что-то такое вот, да, это у коров. Так вот, эти вот возбудители, они представляют очень у себя интересную вещь. Вроде бактерия, но это бактерия, у которой нет клеточной стенки. Вот клеточной стенки нет, а есть только цитоплазматическая мембрана. А у нормальной бактерии цитоплазматическая мембрана, а сверху клеточная стенка. А тут этого вроде как нет. Ну вот насчет того, что это как кто-то искусственно создал, ну, боюсь, что это из области слухов. Так же, как искусственно создали чего там уже всякие болезни, которые на нас напускала, значит, напускала судьба. Вот. Ну, мне кажется, что это такое сильное преувеличение. Если бы кто-то умел создавать клетки, представляете, не выводить как-то там, не разводить, а клетку создать вот из неживого, ну, это было бы такое открытие, тут просто заражать коров не надо было бы. Неизбежно ли засорение ближнего космоса в силу накопления космического мусора? Вот тут я хочу вас успокоить. Ближний космос – это то место, где очень сильны, так сказать так, очень заметны следы нашей атмосферы. И все, что там оказывается лишнее, да, то есть тот самый космический мусор, то есть какие-то детали ракет, значит, последние ступени ракет, которые выводят на орбиту спутника, или еще что-нибудь в этом роде, всякие крышки от объективов, потерянные космонавтами при, так сказать, выходе в космос. Все это так или иначе тормозится воздухом, и вот этими остатками воздуха и падает на Землю. Так что тут особенно переживать нельзя. Есть высокие, понимаете ли, орбиты, а это вот очень интересно. И вот тут такой вопрос. Расскажите о радиоизотопных термоэлектрических генераторах. А дальше такой вот вопрос затемняющий, установленных на Вояджерах. А на самом деле, видимо, люди хотели узнать о тех радиоизотопных каких-то вот источниках энергии, авария с которыми вот произошла в Архангельской области. Возможно, так, я думаю, они хотели истрактовать. Но сейчас я честно вам расскажу, сделаю вид, что я ничего не понял, и честно расскажу. Значит, есть два вида таких источников. Первый источник – это вот термоэлектрический генератор. Значит, есть некий набор радиоизотопный. Вообще, для этого обычно используется плутоний-238. Замечательная вещь. Плутоний-238, он стоит примерно 1 миллион долларов за килограмм. То есть, дорогая вещь. Получается он следующим образом. Берется уран-238, его бомбят ядрами дейтерия, то есть тяжелого водорода. Дейтерия – это, значит, протон и нейтрон вместе. Они бомбят этими дейтонами и выбивают из него два нейтрона. И получается... Получается у нас, что получается-то у нас? Нептуний 238, который дает бета-минус распад, то есть испускает антинейтрино и электрон, и превращается в плутоний-238. А вот дальше судьба плутония-238 очень интересна. Он, понимаете ли, альфа-активный изотоп. Только альфа-излучение, ничего больше. То есть вот вы можете его хранить, он очень хорошо нагревается, то есть сам по себе вот кусочек, оковалочек плутония-238, он должен быть раскален до красна. Вот, получается так, ну это и хорошо для прибора, вот он такой раскаленный до красна постоянно. Период его полураспада, сказать не соврать, 90 с чем-то лет. Вот. А при распаде он превращается, он же альфа-частицу излучает, то есть 2 протона, 2 нейтрона, на 4 единички массы уменьшается, получается уран-234. Это тоже альфа-активный изотоп,
который у него период полураспада четверть миллиона лет, очень большой, он уже распадается слабо, который превращается в торий-230. Ну, то есть вот опять вот такой достаточно стабильный изотоп. Ну, вот, ну, вот достаточно чистая такая вот источник. Вот, ну, вот на Voyager'ах, на других вещах используется он как источник тепла. Ну, это тепло может нагревать просто сам объект, а может использоваться для того, чтобы термопару нагревать. Да? Ну, знаете, как спайт двух металлов, он тут горячий, там холодный, разность потенциалов, известная схема. Помню еще в глубоком моем детстве, значит, это, значит, керосиновая лампа. И вот на этот вот керосиновую вот эту трубу керосиновой лампы надет вот такой набор термопар, и от них питается радиоприемник или радиопередатчик. Это вот, так сказать, освоение Крайнего Севера. Да? Вот в годы моего детства это обычное дело было, радиоприемник, на который должен на батареях работать, который где-то надо доставать, или вот от такой вот, от керосиновой лампы. Да? Ну, не везде было электричество в ту пору. Вот, ну... Есть другой вариант. Вот на наших объектах космических используются так называемые термоэмиссионные преобразователи. То есть вот этот плутоний нагревает катод. Он горячий катод, с него летят электроны. А анод холодный. Вот они на него попадают. Все. Вот такая вот схема. Это, наверное, даже ничем не хуже, чем, значит, термоэлектрический генератор. Вот термоэмиссионный. Вот это вот у нас, как бы сказать, наша советская мулька. Теперь я немножко вам расскажу чуть-чуть, да, про другие ядерные генераторы в космосе. Да. Я вам рассказать-то расскажу, но, наверное, в следующий раз. Пора мне вот сегодняшнюю лекцию заканчивать. Не возражаете, да? Я вам должен напомнить, кстати говоря, о необходимости для вас содержать меня. Да. PayPal, Яндекс.Деньги, Киви-кошелек, самое главное, моя сбербанковская карточка 3243. Надо, говорит, просить с юмором, не надо надоедать. Ну, надоедай, не надоедай, деньги-то нужны, ёпарасоте, да? Если хотите, чтобы вот эти лекции читались для вас, да, вот коротенькие. Ну, все, пока жду от вас пожертвований. Всех вам благ.